Меня зовут Анна Макейчик. Я работаю поваром на предприятии по производству холодильников. Я просыпаюсь в 5:30 каждый день. Мое утро начинается как стандартно, как у всех людей. Водные процедуры, чашечка кофе, включаю радио, слушаю музыку, погоду. Ну и в 6:15 я выезжаю на работу. Рабочий день начинается с 7 утра. В 7 мы приходим на кухню, включаем свое оборудование и начинает кипеть работа. В мои обязанности входит приготовление блюд разной сложности, в зависимости от меню, разработанного на день. Пожалуйста, что вам? Картошка и колбаска, да? Второе будет у вас? Начинается работа с приготовления завтрака. Мы обязаны обеспечить наших заводчан первым приемом пищи к 7:30. Перловочка. По завершению приготовления завтрака продолжается работа. Мы приступаем к приготовлению обедов, которые до 10:30 должны быть сделаны. Должны распределить время так, чтобы к этому времени успеть и все было готово. Готовить мы должны с хорошим настроением, потому что наше настроение переходит нашим посетителям на еду. На предприятии работаю больше 16 лет и никогда не пожалела о том, что я здесь работаю. Я считаю, что человек, который хорошо покушал, приходит на свое рабочее место и продолжает еще продуктивнее трудиться и приносить пользу своему предприятию с более хорошим настроением. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.